Да, на провокатор. Так, мы все идем. Так, чтобы на солнышко не выходить и не резало глаза, давайте я два слова скажу, и потом пойдете гулять. Мы с вами на озере, оно перед вами, просто не все озеро мы видим. Две трети его за углом. Длиной оно 2,5 километра. Меня всем слышно? Ширина от 300 до 900 метров. Глубина при этих небольших размерах 120 метров. За озером как раз вот за последнюю неделю, даже 10 дней, первый раз облачности нет. Скалы видны. Это отроги главного Кавказского хребта. Самая высокая точка, вот левее, вершину не видно, гора Гебста, 3200, но это в Западной Абхазии. В Восточной и за 4 одна есть, 4046. Так, время отнимать не буду. Кстати, это если... Именно сама дорога, ну опять же, когда, в принципе, холодная речка, мне нравится больше. Теперь, спуститься к берегу, вот тут пофотографируем. Вань, пойдешь на ручки ко мне? Вань, пойдешь на ручки? Прям так хорошо. Вань, давай на ручки. Арина, не плавай! 2 минуты солнечного. Озеро здесь. Красота ведь какая. Летом здесь очень красиво. Здесь фотосессия. Тоже попу фотографируете, что ли? А? Солнце какое яркое прям. Папа, а давай снежки собрём? Снежки? Снег отлить. Давай, лови. Что он заиграл? Давайте поможем ребятам. Кого? Машина застряла? Целая в шубе. Я не могу дописаться, но я могу Всем добрый день с прекрасного озера Ариц. Смотрите, какой вид, подписчики наши дорогие. Садоводы, огородники, любимые. Смотрите, какая красота. Вот такой солнечный, прекрасный день. Всем заряд бодрости огромный, супер.